Первые видео на канале Криса Херия появились еще далеких 10 лет назад, однако с тех пор ни его форма, ни его силовые показатели не стали лучше, разве что татуировок на теле стало больше. Но почему Крис Херия не прогрессирует и не удивляет нас все новыми элементами? Обратите внимание на каждое новое видео Криса. Я думаю, многие из вас заметили, что в кадре он всегда появляется без футболки. Тем самым он как бы говорит: «Посмотрите на меня, вы сможете достичь такого же результата, если будете тренироваться вместе со мной». А теперь, как думаете, удивит ли его форма какого-либо другого профессионала, например, такого, как Андреа Ларосса? Конечно же нет. Более того, без правильно выставленного света, его тело выглядит еще более обычным, чем в привычных нам обучающих видео. Я это говорю с той целью, чтобы вы понимали, на кого в первую очередь направлены его видео. Конечно же, это новички. Посмотрите, например, на заголовки к видео, которые чаще всего использует Крис. Зачастую это такие триггерные фразы, как «лучшие три навыка для новичков», «5 минут тренировок дома, которые может выполнить любой», «сделай это, чтобы получить заветные 6 кубиков», ну и так далее. Соответственно, у меня вопрос: будет ли новичкам достаточно экспертизы Криса для того, чтобы тренироваться по его программам? Ответ очевиден. Ведь если мы представим 100% людей, интересующихся калистеникой в виде графика, то частица профессионалов составит не более 3%. Эти люди уже гораздо круче, чем Херия, и ему нечего дать такой аудитории, зато вот остальные 97% умеют гораздо меньше. Поэтому та форма и те навыки, которые есть у Криса сейчас, вполне достаточны для того, чтобы, находясь на одном и том же уровне, успешно обучать эти 97%. По этой же причине у Криса самые большие социальные сети в нише калистеники. И когда мне говорят, что калистеника, мол, умирает, я всегда прошу обратить внимание на ту аудиторию, которая подписана на Криса. Хотя, снова-таки, если учитывать не только зрительский интерес, а именно то, сколько людей занимается тем или иным видом спорта, калистеника, ну уж точно будет не на последних местах. К тому же, всегда есть два варианта пути развития спортсмена. Это любительский и профессиональный. А круче всего, когда любителем становится бывший профессионал. В таком случае он является наиболее компетентным и может обучать кого угодно тому, что умел делать сам. Калистеника как направление сильно трансформировалось за все эти годы. И если еще каких-то 6 лет назад новые элементы и трюки нас удивляли, то сейчас они скорее являются способом разнообразить ваш тренинг, внести в него красок, сделать вас более профессиональным и как эксперта более выделяющимся на фоне остальных. Но никак не способом удивить, только если вы не сделаете что-то аж совсем невероятное. По этой логике Крис Херия принял решение зафиксироваться на том уровне прогресса, на котором он есть сейчас, и по сути был все эти 10 лет. И как по мне, это очень и очень круто, ведь ему сейчас 32 года, практически как и мне, и я абсолютно точно поддерживаю философию Криса, которая заключается в том, что мы тренируемся для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы тренироваться. И гораздо разумнее определить комфортный для себя уровень функционала и ту форму для жизни, находясь в которой ты будешь чувствовать себя круто. К тому же калистеника и тренировки элементов позволяют кайфовать от самого процесса, когда ты тренируешься на свежем воздухе и делаешь что-то за рамками обычных сгибаний на бицепс в душном тренажерном зале с сотнями потных людей. Для себя я, например, решил, что всегда хочу уметь делать передний виз, отжиматься в стойке на руках и уметь делать выходы силой. Эти упражнения позволяют мне чувствовать себя функциональным и сильным. Сейчас я уже разучился делать, к примеру, ласточку на одной руке или выходы принца или другие сложные упражнения. Ведь у всего есть своя цена, и я сейчас, конечно же, про травмы. Так, ну что, мужики, мне нужно вам кое в чем признаться. Я, пожалуй, даже сяду. Я не знаю даже, как это сказать. Короче, просто скажу как есть. Я потерял свой горизонт ноги вместе. Нет, серьезно, я действительно потерял свой горизонт. С одной стороны, ничего серьезного, но для меня это так. Если не верите, посмотрите вот это видео, где я пытаюсь сделать горизонт, но не могу. Произошло это из-за травмы руки. Каждое утро я просыпался от дикой боли в руках. Они жгли и болели 24/7. Так что последний раз, когда я пытался сделать планш, это было пару месяцев назад. Я даже не мог выпрямить руки. Было нереально больно, так что я просто перестал делать попытки, чтобы полностью восстановиться. Через месяц тренировок Крис выпустил уже второе видео, где в первой попытке удержал горизонт ноги вместе на 4 секунды. И это лишний раз подтверждает факт того, что даже самые сложные элементы гораздо
проще восстановить, если ты хорошо умел делать их когда-то. Для примера я продемонстрирую вам свой собственный результат переднего виса до и после с разницей в 2 недели. Ни для кого не секрет, что Крис зарабатывает на своем навыке. И любая травма может очень легко не просто выбить из графика съемок, а лишить возможности в принципе тренироваться и снимать, откинув его уровень далеко-далеко назад. Таких примеров масса. Вы все их знаете. Поэтому нет абсолютно никакого смысла изучать вместо горизонта ноги вместе так называемый самолет, просто для того, чтобы потешить свое эго. Ведь для этого есть совершенно другие способы, гораздо менее рисковые и более интересные. И да, я сейчас про коллаборации. Ну, прикольно же, когда ты функциональный спортсмен, который приобрел свою функциональность при помощи калистеники, и сейчас можешь коллаборировать с другими спортсменами, демонстрируя свою силу уже в непривычных для тебя обстоятельствах. Это позволяет как привлекать новую аудиторию, так и показывать, какой ты крутой. Например, недавно Крис засветился на канале с Магнусом Митбо, скалолазом, с которым мы тоже делали выпуски. А Магнус, в свою очередь, попробовал свои силы в калистенике на канале Криса. Согласитесь, гораздо прикольнее наблюдать за тем, на что способны атлеты разных силовых направлений, в случае, когда их бросают в неожиданные обстоятельства. Например, Крис Херия очень боялся высоты, и было довольно необычно наблюдать за тем, как он не может побороть свой страх. Также из выпуска интересно было и то, что канал Криса был первым, по сути, обучающим проектом, который сам Магнус начинал смотреть на YouTube, и как оказалось, именно Крис смотивировал его создать свой собственный канал. И теперь вы только гляньте, каждое видео на канале Магнуса — это миллионник. Помимо Магнуса, Крис активно участвует и в других коллаборациях, например, на канале популярного англоязычного блогера Брэндона Уильяма, где они на пару с Крисом брали на слабо новичков на Muscle Beach. К слову, в этом же видео был еще один небезызвестный блогер, думаю, вы догадались, о ком я. Суммируя сказанное, хочется сказать, что калистеник — это, конечно, очень классный и разнообразный вид спорта, но когда ты занимаешься одним и тем же уже 10 лет, а то и больше, тебе, конечно же, хочется пробовать что-то новое, ну, как минимум для того, чтобы поддерживать свой энтузиазм к тренировкам и вообще занятиям спортом. Ведь если изобразить абсолютно любой прогресс в виде графика, то абсолютно у всех он развивается примерно следующим образом. Сначала идет линейный прогресс, так как если вы новичок, на вас будет работать абсолютно все. Потом вы достигаете определенного пика, после которого следует так называемое плато. После чего у вас есть два варианта. Либо продолжать поддерживать свой уровень, либо шагнуть еще дальше. Обычно все профессиональные атлеты преодолевают несколько таких уровней, пока не принимают решение остановиться. Вопрос только в том, кто на каком уровне остановился. Однако совершенно точно лучше это будет делать на том уровне, который вам будет комфортно поддерживать всю оставшуюся жизнь. А иначе зачем было тогда начинать этот путь? Если ты много тренируешься, но не видишь результатов, если хочешь иметь функциональное телосложение и, что важно, поддерживать этот результат долгие годы, смотри в описании наше секретное видео с программами тренировок Workout Athlete 2.0. Мы посвятили воркауту более 12 лет. С нами тренируются уже 3500 участников, а вот такие сообщения мы получаем в чате. И трушность всего этого в том, что никто никого не просит их оставлять. В общем, let's go тренироваться с нами. Ну а если тебе понравилась история с Крисом, смотри и мою историю. Уверен, в ней ты найдешь для себя много ответов. До встречи!